Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый весенний сезон, который продлится с 25 июля по 1 августа. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Caterham R500 Forza Edition, а за прохождение на 80% автомобиль TVR Tuscan. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Bugatti T35C, а за прохождение на 80% футболку «Я быстрее Стига». Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в кольцевом кроссе в поселке Бродвей вы получаете кепи с блестками. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в спринте в Лейкерском лесу вы получаете автомобиль Ferrari Dina. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в уличной гонке у водохранилища вы получаете автомобиль Renault 5 Turbo Forza Edition. И за первое место против драйватаров уровня «Непобедимый» в командном кольцевом автокроссе в Gardens вы получаете автомобиль Jeep Wrangler Unlimited Design. Ну а теперь кое-что новенькое. С этого выпуска я начинаю записывать прохождение сезонных выходок. Времени они занимают немного, да и в комментариях не придется искать информацию. В общем, первая выходка называется «Прыжок веры». Выполняется он без особых усилий. Я выполнил сезонную цель на экстремальном внедорожнике Rally Fighter. Следующая выходка называется «Глубокая долина». Для этого испытания подойдет любой быстрый автомобиль. По классике я использовал Ferrari 599X. Последняя выходка называется «Холмы». Ну и тут ничего сложного вас не ожидает. Подойдет любой маломальски управляемый автомобиль. Ну а мне выполнить это испытание проще всего было на Ferrari. С сезонными испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Высокий спрос». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Mercedes-Benz 190E. И все, что от вас потребуется, просто выйти из гаража. Следующее испытание называется «Автобан». Для его выполнения вам понадобятся полицейские радары. Ну а потребуется от вас получить суммарно 3 звезды за полицейские радары. Следующее испытание называется «Чистый проход». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать отличную технику «Чистая езда» 6 раз. Выполняется эта техника в гонке путем получения очков за безопасные техники. Грубо говоря, вам необходимо вести себя аккуратно в заезде. Последнее испытание называется «Круг почета». И здесь очередной марафон. Для выполнения этого испытания вам необходимо накатать 32 километра. Ну а мы переходим к наградам. В этот раз в магазине Horizon можно купить эпические резиновые сапоги с цветами и эпическую броскую куртку, а также эпический автомобиль Hummer H1 Alpha за 650 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это легендарный автомобиль Apollo Intense Emotion за целых 2000 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!